Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1985 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Пришла. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. 1, 2, 3. Выходит из биоробота, становится рядом. И защищаем физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем Игоря в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Игоря поднимаетесь в комнату диагностики. И будьте в ней. Здесь. Хорошо, мы приветствуем Игоря. Интересуемся, готов ли Игорь диагностики, доверяет ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, готов. Хорошо. И я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать Игоря всей своим тонких тел. Это ее заложником. 1, 2, 3. Угу. 2 канала. 2 канала. Хорошо. Посмотри, пожалуйста. Бес и арахноид. О, да. Хорошо. Так, а что там бес сделал? Ну, посмотри. Оба из дома. Арахноид полностью в крыше везде. Вот так вот, да? А бес одеялка. Показывает на диване. Так, бес. Моё. Хорошо, считай цифру беса над головой. 8. 8 бес и арахноид. Так, вы знаете, куда вы попали? Арахноид, бес? Бес знает, арахноид, не понял. Хорошо, арахноид. Мы проводим чистку здесь по волеизлиянию Игоря. Игорь разрешил нам, доверил нам освободить его от всех интерферентов, находящихся в его биополе. Ты находишься в его биополе. Таким образом, ты являешься интерферентом и незаконно находишься в биополе Игоря. Теперь тебе понятно? Мы будем проводить чистку его и чистку его дома сразу после этого. Но он мне картинку показывает, что он живет на... крыше? На чердаке, да. И он там родился, там есть родитель. Так, арахноид. Ну, как мне с тобой делать? Надо вас всех вместе же будет отпускать, правильно? Ты мне скажи следующее. У тебя сейчас ты оставил что-то в биополе Игоря? Паутину оставил. Хорошо, давай сейчас сделаем следующим образом. Ты выйдешь сейчас из клетки. Заберешь всю свою паутину, ни малейшего следа твоего не должно остаться. Я это проверю. После этого я тебе открою канал, и ты уйдешь в дом Игоря. Для того, чтобы подготовиться к тому моменту, когда приду я через пару минут. И я дам команду вам собрать все из квартиры. Лучше, конечно, чтобы ты сразу этим занялся, до того, как я приду. И когда ты все соберешь, всю паутину, всех детей, все, что вы оставили в этом доме, я проведу проверку. Если чисто все будет, я вас всех отпускаю вместе на вашу чистоту, вместе с твоими родителями и твоими детьми, и всем братьями и сестрами. Тебе понятно? Ну, ему понятно до того, что ты отпустишь их туда, а дальше он родителями будет общаться. Хорошо, значит, тогда передай своим родителям, что я приду ровно через пару минут земного времени и всех буду в этом доме с земельного участка собирать в клетке тюрьме. Поэтому я рекомендую... Он согласен. Он согласен. Хорошо, давай тогда сейчас выходи из клетки и собирай всю свою паутину. Потолок он показывает, прямо с потолка и спустился. Ну, я представляю, что там в доме живет, конечно. Если он там родился. Все собрал. Хорошо. И я делаю проверку сейчас. Сканер сканирует только на чистоте арахноида. Если ничего нет, загорается после скана зеленая лампочка. 1, 2, 3. Сканер сканирует. Еще раз все 7 тонких тел. Зеленая. Хорошо. И все, арахноид, мы с тобой договорились. Открывается сейчас портал в дом, где живет арахноид. 1, 2, 3. И арахноид уходит сейчас на эту частоту, уходит в этот дом и ждет моего прибытия. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну, бес, а ты что делаешь здесь? В доме он живет.
В доме живешь. Как ты попала в дом? Воронки там, да? Порталы. Ладно, хорошо. Я все это все равно сегодня буду закрывать. Зеркало показывает. В зеркале портал, да? Какое? Где зеркало? Там несколько зеркал. Где-то, если входа. Возле входа, да? Трюмо. Трюмо, все понял, хорошо. Там портал. Хорошо. Так, бес, как долго ты сидел в этом теле? Он говорит, да я и не сидел. Не сидел. Ты что-нибудь оставил в биополе? Как я тебя притянул тогда? Значит, сидел? Значит, канал был? Скидел. Ну вот, хорошо. И я даю команду, и все, что оставил сейчас бес на биополе Игоря, сила моего намерения выходит из его биополя, начинает накручиваться в шарик перед ним и зависает в воздухе. Шарик крутится с большой силой, вытягивает все нити, разрезает все сапожки, все нитки. Все наматывается в клубок, как веретено. До последнего микрона все выходит. Готово. И отправляем эту энергию бесу. Бес, забирай. Забрал. И я даю команду сейчас. Сканер начинает сканировать еще раз на чистоте бесы. Все семь тонких тел. И делает проверку. 1, 2, 3. Если что-то осталось или нет. Загорается красная или зеленая лампочка. Сканер начинает сканировать. Зеленый. Хорошо, все, бес. Я тогда тебя сейчас буду отпускать. Все порталы в этом доме я позакрываю, поэтому ты туда больше не попадешь. Я все залью, чем надо залить. У него одеялка там. Одеялка. Хорошо, открывается сейчас портал в этот дом. 1, 2, 3. И сила моего намерения, эта одеялка прилетает ему в клетку. 1, 2, 3. Да, будет так. Да, есть. Закрывай, опечатай, растворяй. Больше ничего не оставил, бес, потому что я тебя вытяну. Он говорит, мое только это. Ладно, хорошо, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте, бес, 1, 2, 3, против часовой стрелки, он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готов. Хорошо, давай заправим Игоря. Сколько у него сейчас канал? Я подхожу и я даю команду, значит, 3. Игорь произведет мощный энергетический удар и отсечет все каналы силы своего намерения. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и этот весь мусор улетает в галактическое ядро. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, и посмотри, сколько дать ему энергии и какую частоту вибрации. 320, 26. Хорошо, и на счет 3 в макушку головы Игоря начинает поступать 7% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли, наполняет, усиливают, усиливаем мощность потоков, поднимаем частоту вибрации до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Игоря в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта, перемещайся в комнату диагностики. Я в комнате. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти дом 1985 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью. Да, я здесь. Хорошо, Вера, поднимись сейчас над домом на счет 3, 1, 2, 3. Мемори земельный участок, квартиру. Возьми свой ручной сканер и посмотри, просканируй всю территорию. Ярко-красными маячками загораются места интерференции. Порталы становятся видны, воронки. Любые патогенные энергии тоже загораются ярко-красным цветом. Здесь по углам участка что-то есть. Красное, там как сарай, что ли. И с другой стороны тоже красные пятна. А, наверное, места какие-то захоронений. Пока не знаю, что там. И в доме тоже много, на самом деле, всего. Хорошо, Вера. Тогда мы как будем делать? Мы сделаем во дворе сразу, да?
выведем все во двор со всего земельного участка из дома. И потом пройдемся отдельно еще. Давай. Хорошо. И я даю команду на счет 3 по всему периметру земельного участка Игоря устанавливается, захватывается дом, земельный участок, все по периметру, все, что относится к его земельному участку. И на счет 3 устанавливается во дворе, и в эту клетку притягиваются все интерференты, все воронки, все порталы. 1, 2, 3. Вытягивает всех интерферентов, все чужеродное, что находится в этом доме. Клетка устанавливается во дворе дома. Ну, начнем с арахноида. Хорошо. Сколько их там? 2 взрослых пока. Хорошо. Я даю команду, клетка разбивается на секции каждая. Сущность в отдельной клетке согласно своей чистоте. 1, 2, 3. Что лучше видела? Ну, 2 арахноида взрослых с такими волосиками на ногах. И они такие низкие. Хорошо. 2 больших. А где этот, которого мы отправили? Ну, видимо, пока еще в крыше. Хорошо. Будут собирать. Будем собирать, да. Они сами соберут. Хорошо, дальше. Джин мечется. Причем синий какой-то он. Джин замер в клетке. 1, 2, 3. Дальше. Кто поверит, что у нас столько джинов живет? В каждом доме практически с земельным участком старым. У нас здесь какой-то, как дедушка с посохом, с сарая, который на улице. Дедушка с посохом. Вот с посохом меня вот это уже начинает, конечно, напрягать. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Не знаю, или он прячется, он под таким капюшоном, он мечется по клетке. Я тебя предупреждаю сейчас, сущность. Если ты не снимешь голограмму свою, я тебе сожгу потоком абсолюта. Хорошо. И на счет 3. Открывая над этой клетки поток абсолюта. Поток энергии любви отца заливает его клетку. 1, 2, 3. Сжигаются все голограммы. Да будет так. А так и есть. Демона поджарили. Какой у него уровень? Посмотри, пожалуйста, у этого клоуна. 12 Гц. Ой. Останови поток, он говорит. Стоп. Останавливаю поток. Так, демон, я смотрю, ты 12-герцовый. Берега, как говорится, попутал. Ты стоишь в клетке и делаешь мне здесь голограммы. Уменьшая демона в 2 раза силой моего намерения, да будет так. 1, 2, 3. Но он ругается, он говорит, что он никому не лезет и живет себе сам. Ты чего здесь прятался, когда ты уже находишься в моей клетке? Кому ты хотел здесь дедушку с посохом показать? Я видела 2 с посохом. Один 68 уровня, Вельзевул, которого я отправил в очень далекое место. И второй был 53, я его сжег. А ты 12-герцовый стоишь, мне здесь дедушку с посохом показываешь? Может, тебя отправить в далекие мира? Он говорит, что откуда я знаю, кто ты? Ты не первый, кто меня пытается вывести. Я не первый. Шалю я здесь иногда. Хорошо, я не первый, кто тебя пытается вывести. А кто ж? А чего же остальные тебя не вывели? Святой водой поливали. Ну и как тебе святая вода? Помогло тебя вывести? Как видишь, нет. Ладно, хорошо, демон, возвращаю тебе твои размеры. 1, 2, 3. Это у тебя просто был урок за то, чтобы ты меня не обманывал, когда ты просто не осознал серьезной ситуации. Я тебе просто показал сейчас маленький пример. Поэтому исполняй мои команды, отвечай на мои вопросы. Я тебя в конце отправлю на твою чистоту. Тебе все понятно? Понял, понял. Хорошо, дальше. У нас джин. Считай цифры над головой. 3284. У нас 2 арахноида, 1 джин, дедушка. Кого-то не хватает, Вера? У нас много, я продолжаю. А, поехали, да, все. Есть у нас... Космический. Грей. Вот, Грей. Подожди, дальше сразу скажу, и у нас черт. И черт у нас. Понятно. Сколько Греев? Подожди, и есть воронки здесь. 3 воронки. Хорошо, я даю команду, эти воронки сейчас. Значит, 3 выходят из клетки тюрьмы. 1, 2, 3. Зависает рядом. Да.
И открывая под ними портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, они уходят в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Чтобы никого не зацепило, как в прошлый раз, вчера, когда там черт испугался. Готово. Закрывая печать, растворяясь там в огненную пентаграмму. Хорошо. Значит, черт, сколько Грейв у нас? Бес говорит, ты и так могешь. Он черт или демон говорит? У нас беса нету. Демон. Что могешь? Воронки открывать. Я-то могу, я их убрал. Сейчас, а не открывал. Открывал, чтобы убрать. Ладно, хорошо. Хорошо. Сколько у нас Грейв? Грейв, да. Два? Да. Два Грейв. И я сейчас выстраиваю канал от Грейв. Если еще кто-то к ним подключен, силой моего намерения, я притягиваю их в эту клетку. 1, 2, 3. Да, будет так. Подключен рептилоид. Отлично. Притягиваем его рептилоида сюда. Вот это яснознание. Да, он здесь. Считаю цифры над головой рептилоида. 1, 2, 3. 112. 112. Хорошо. Так, объявляю всем программу сегодняшнюю. Мы проводим чистку дома Игоря. И сейчас будем полностью все из этого дома доставать, все, что вы оставили. Все ваши следы, которые есть в этом доме, вы должны будете забрать. После того, как вы все заберете, я проверю весь дом и отпускаю вас на вашу чистоту. Ну, если демон будет мне помогать, то я соберу всю темную энергию в этом доме и поделю между им и чертом. Если они мне будут помогать искать все негативные места на земельных участках. Кивает. Хорошо, договорились. Начинаем тогда с арахноида, варахноиды. Я только что общался с вашим ребенком. Он сказал, что мои родители живут в этом доме. Я его отпустил в дом. Он сейчас где-то находится на территории дома. Я прошу вас сейчас выйти из клетки и соберите все полностью, что вы оставили в этом доме. Малейшую паутину, малейшие свои энергии, жидкости и так далее, вы должны все будете забрать. Потому что после проверки я могу вас опять вытащить по каналам. Вам это не нужно. Вам все понятно? Как приседают, понятно. Понятно. Хорошо. Ну, я же не воздействую на них, они нормально себя ведут. Все, приступайте. И доложите потом, вернитесь в клетку. Наблюдаю, Вера, что они делают. У них готово все. Они уже все сделали? Они свернули все, оно просто ждет. У них скатанная паутина. Что-то они так быстро собрали. Они знали. Они знали. Хорошо, это под крышей было. А в этом сарае есть там еще что-нибудь в сарае? Полностью на всем земельном участке. И дом, и земельный участок. Потому что я сейчас просканирую и буду искать именно по вашим следам ДНК. Пошел один сарай. Молодец. А другой сделал как канал в клетку и вот выводит всех, кто там живет. А мы это уже видели. Как трубу, да? Mm-hmm. Там должно быть прилично. Вера, ты так говоришь? Может, одного попросим тебе? Они их спускали. У меня своих полно. Успокойся. Они показывают, что они по потолку. А, ну, хорошо. Они спускаются. Хорошо, мы сейчас все каналы будем закрывать, поэтому... Сколько арахноиды, как долго вы находились в этом доме? 3 года. 3 года, хорошо. Все на месте. С паутиной и детьми. Хорошо, все арахноиды. Я тогда прошу вас больше не приходить сюда больше, потому что я сейчас всю этот весь участок буду ставить сферу над ней, защитную буду все чистить, поэтому найдите себе новое место обитания. Вам все понятно? Да, понятно. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноидов. 1, 2, 3. И арахноиды забирают все, что они с собой принесли, и уходят безболезненно на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Кто у нас следующий? Джин. Джин. Хорошо, Джин. Можешь говорить. Слушаю тебя. Он говорит, что отдай мне мои золотые монеты. Ну, а что ты думаешь, что они у меня? У меня свои золотые монеты. Разреши их собрать. А что ты дашь за это? Золочу. Ой, я тебя прошу. Ты хоть видишь, кому ты это говоришь?
Я вообще материально иммунный, меня не интересует ни золото, ни деньги, ни слава, ни богатство. Поэтому ты не тому обращаешься. Меня другое интересует. Скажи мне, поскольку у тебя есть монеты, правильно? Значит, ты вынуждал его работать на тебя, правильно я понимаю? Он тебе приносил эти монеты, правильно? Он говорит, услуга за услугу. Так, теперь давай сделаем так. Мы с тобой договоримся, когда я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь мне развернуто на этот вопрос. Иначе я тебе сейчас все твои магические вещи сниму с тебя вместе с твоим сосудом. Не шути со мной. Я видел намного выше тебя джиннов. Поэтому я тебе сейчас еще раз вопрос задам второй раз. После третьего раза ты получишь удар 200 тысяч герц. Если это будет обман еще раз. Итак. Что он делал, как он тебе приносил золотые монеты? Ну вот он показывает, что он, этот джин, он перелетает из комнаты в комнату. Да. И он какими-то энергиями питается. Какими энергиями? Ой, джин, мое терпение заканчивается. Так, хорошо, Вера, отключись от джина. 1, 2, 3. Поехали дальше. Дальше будем общаться. Я просто не пойму, что он показывает. Он показывает, что Игорь с кем-то разговаривает вот, про работу, про усталость, про что-то. Куда он ведет, я не могу понять. Вот он одну эту картинку показывает и энергиями вот этими питается. Джин, разговаривай с нами на языке, не надо мыслеформы. Ты умеешь говорить. Скажи сейчас, что это означает? Кидал он идеи, что нужно побольше ремонта делать, чтобы он постоянно в работе был. Вот. Вот это я и хотел у тебя услышать. Я знаю, откуда у тебя золотые монеты. Физическая причина. Физическая работа. Причем в холостую, да? Все, что он приносил тебе, правильно? Накопил немножко, говорит я. Я не претендую на твои золотые монеты, чтобы ты не обольщался. Поэтому давай сделаем так. Я тебе сейчас разрешу выйти из клетки. Ты пойдешь в дом, соберешь все свои следы, заберешь все, что тебе принадлежит. Везде, где бы ты ни раскидал. Если, потому что я после этого провожу сканер, перед тем, как тебя отпускать. Если я хоть что-то найду на твоей чистоте, я сожгу и это, и тебя. И это вполне серьезно. Тебе все понятно? Да, понятно. Не пытайся меня обманывать. Это единственный шанс у тебя. Все, Джин, я даю тебе команду сейчас выйти из клетки, собрать все, что ты оставил в этом доме, и вернуться в эту клетку. Наблюдай, Вера. Но он собирает. Хорошо. По комнатам, но еще вот как картинка идет, он куда-то складывал, как будто что-то под землей. А, на участке или в доме? Прямо в доме. Под полом где-то как в такие горшки складывал. Ну, это свои богатства, что он там насобирал. Да, Джин? Надо ж куда-то относить. Он говорит, что он хорошо поживился. А сколько ты там сидел, Джин? 6. Ну вот, Игорь, отчитайте 6 лет назад до этого момента. Вспомните свою жизнь. Вспомните, как много вы работали. И почему причина у вас неудачка, почему была. Вот товарищ стоит и ответственный за это. И хорошо он заработал на вас, еще и оставил в вашем доме целый склад. Все забрал, ничего не забыл. Хорошо. На всем земельном участке все полностью, да? Ничего нет больше. Он не выходил на участок. Он говорит, что это не моя территория. Хорошо. Так, и сейчас, Вера, поднимайся на счет 3 наверх. 1, 2, 3. И просканируй весь дом на чистоте джина. 1, 2, 3. Только на чистоте джина идет сканирование. Ярко-красными маячками загораются места интерференции, если где-то что-то осталось. На территории дома и на территории земельного участка мы проверим все равно. Ты знаешь, от него есть какая-то как энергия там, вот такая синяя, какая-то такая прозрачная. А что ты ее... Нехороший он какой-то. Он как синхронизирован с этим домом. И я даю команду на рассинхронизацию энергии джина с этим домом. Значит, 3. Начинается рассинхронизация. Это место забирает все свои энергии. Джин забирает все свои энергии. Рассинхронизация заканчивается при достижении 100%. 1, 2, 3.
Пошла рассинхронизация между этим местом и джином. Ну, с каждой комнаты как тянется вот эта энергия к джину. Она такая как прозрачная, с каким-то темно-голубым отливом, что ли. Ну, обычно она прозрачная, ты же знаешь. Как-то тормозящая энергия. Ты просканировал все чисто, да, Вера? Да. Хорошо, джин, я сейчас тебя буду отпускать, объясню, почему сюда приходить не надо. С этого момента мы начинаем этот дом контролировать. То есть, если Игорь мне сообщит, что-то в доме странно, я приду через 10 минут и найду тебя, ты даже не успеешь понять, что случилось, ты опять будешь стоять в клетке. В следующий раз я тебя буду наказывать серьезно. Поэтому лучше я тебе рекомендую прислушаться и найти себе новое место обитания, даже не пытаясь сюда войти. Он говорит, что я с таким богатством, как король, буду жить. Найду любое место. Я согласен. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте джина 1, 2, 3. И джин уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Так, джина убираем, арахноиды убираем. У нас, значит, остались... Давай Греев начнем. Греи. Греи. Угу. Хорошо. Как долго вы находились в этом доме вместе с рептилоидом? Не год. Год. А рептилоид сколько? Вместе они год. Вместе год. Хорошо. Рептилоид, а что ты прятался от меня? Ты что, не знаешь, что мы всех находим? Греи нас знают. Грей, вы знаете нас с Верой? Кивает. А почему вы ему не сказали? Подвели, видите, так его. Я сейчас был готов его уменьшить 2 раза. Мог даже и шар атмана в него кинуть, энергия атмана. Он сейчас щурится на тебя. Да. Поэтому я тебе говорю, серьезно. Ты сейчас в очень большой опасности находился. Но мы с тобой встретились первый раз. Поэтому первый раз я всегда отпускаю. Вот, иногда наказываю, но все равно отпускаю. Если я второй раз нахожу в этом доме кого-то, я их тогда серьезно наказываю. Это вам понятно, Грей и рептилоид? Да, им понятно. Хорошо, я тогда даю команду сейчас. Рептилоид проконтролирует все, Грей выходит из клетки и собирает все, что они оставили в этом доме. Малейшие проводочки, конструкции, везде, со всего земельного участка из дома. Приступайте. Потом вернетесь в клетку и доложите. Угу. Иконы там. Ох, ними шар. Шар. Шар, да. Это ж как у моей мамы. Как у моей мамы, помнишь? Да, часто они делают это. Они это называют нескончаемый источник энергии. И сейчас изобрели вот этим шаром, они собирают. Ты представляешь, они могут собирать энергию с икон, с эгрегора. Если бы только с икон собирали, но еще и человека гробят, который живет в этом доме. Им же мало этой энергии, понимаешь? И сняли все. Хорошо. Так, Грей, рептилоид. Хорошо. Грей, готовы уходить на свою чистоту? Готовы. Вы все поняли, да? Они поняли. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев 1, 2, 3. И Грей уходит на свою частоту, забирает все, что они с собой принесли, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, рептилоид. Ты понял. Больше особо добавить нечего, да? Кивает. Хорошо, открываю наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3 на частоте рептилоида. И рептилоид уходит на свою чистоту безболезненно, забирает все, что он с собой принес, если с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Да, есть. Хорошо, так, кто у нас там больше оставил? Демон, давай тогда выходи и собирай все, что ты оставил на земельном участке и в доме. И черт одновременно выходит и собирает все, что он себе, все, что он оставил в этом доме, под кроватью, где бы ни было, с любого уголочка. Вот, и когда вы все соберете, вернетесь назад, я тогда соберу всю негативную энергию и отдам вам ее в дорогу. Вам все понятно? После проверки, конечно, если вы не обманете, потому что я буду проверять. Все понятно? Понятно, но этот демон, он что? Получается в сарае и на участке жил, а черт в доме. Хорошо, тогда сделаем так, я отдам
всю энергию на участке демону, а всю энергию в доме отдам черту. Хотите так? Согласна. Договорились? Хорошо. Все, тогда выходите сейчас и собираете каждый все, что он оставил в этом доме и на участке. И возвращаетесь назад. Вот черт, он зовет в дом. Он хочет показать порталы. Давай, пошли, черт. Отрабатывай свои деньги, как и договаривались. Ты должен порталы нам показать и все воронки. Вижу ты. Это зеркало. Зеркало. Так, риторит. Давай. Подходим к этому зеркалу, и под этим зеркалом открывается воронка против часовой стрелки в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро на переработку. Я посчитаю от 1 до 3, и выходит фантом 1, 2, 3 этого портала, и он уходит в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. С тобой огненную пентаграмму. Вот это зеркало, оно как вода вот, слилось в воронку. Но мы рекомендуем Игорю избавиться от этого зеркала по-любому. Хоть мы его и почистили, но все равно рекомендуем его от него избавиться по возможности. Это не так и трудно, но зеркала очень опасная вещь. И тем более, если это уже очень старое зеркало, в которое очень много разных людей смотрелось. Поехали дальше. Давай, черт, показывай. Закрой воронку. Закрываю воронку. 1, 2, 3. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. И огненную пентаграмму. Поехали дальше. В зале показывает. Я там видел на видео в зале. В каком месте именно? Оно как-то угол, стена и потолок захватывает. Какой угол? Ближний угол, левый, правый или дальний угол? Это там, где диван. Там, где диван. Хорошо. Так, ты видишь воронку, да? Но он как больше портал красный. Портал, цвет. Хорошо. И под этим порталом открываем воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро. Значит, 3 выходит. Фантом. 1, 2, 3. И фантом уходит в галактическое ядро на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Став огненную пентаграмму. Я не пойму, что это за комната. Этот черт показывает мне ковер на полу. И это вот не ванна? Этим... Нет, до ванны не дошли еще. Вот в этой комнате под ковром там тоже вход куда-то, портал куда-то. Он открыт или он там был, или что-то там лежит? Там портал. Портал, хорошо. Давай тогда сделаем так. И на всю ширину этого портала открывается в 2 раза больше воронка. 1, 2, 3 против часовой стрелки в галактическое ядро. Она засасывает этот портал туда, и он уходит в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. В чем портал вниз? Нижний мир. Прямой, да? Ну, я понял. Меня интересует, там есть что-то под полом? Под полом? Ну, я вижу только черный портал, вход туда. Хорошо, сейчас мы его закрыли. Закрыли, пентаграмму поставили. Хорошо, пошли дальше. Да, в ванной мы сейчас. Давай, открываем под... вокруг этого портала воронку против часовой стрелки в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал. Засасывается фантом этого портала. До последнего микрона все уходит в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Пошли дальше. Он говорит, что порталов нет больше, но мне нужно собрать мои игрушки. Да. Хорошо, давай, значит, сделаем так. Ты собираешь все свои игрушки, встретимся во дворе, ты придешь в клетку, когда все соберешь. И я начну собирать для тебя тогда черную энергетику. Приступай. Значит, этот демон, он показывает там в углу, на участке в углу, там какой-то... Тоже портал получается. Гнилое место, он говорит. Хорошо, тогда сделаем следующим образом. И в этом месте в углу, размером 2 на 2 метра, я устанавливаю до глубины 5 метров специальную клетку-тюрьму. 1, 2, 3. И эта клетка вытягивает на поверхность все негативное, что находится в этом месте. 1, 2, 3. Я не знаю, что это. Это как большой такой червяк.
Он извивается весь и стучит хвостом, что ли, толстый. Демон, что это такое? Ты не в курсе? Он говорит, подземный житель. Подземный житель. Он нам здесь не нужен. Он был ответственен за это негативное гнилое место, да? Ну, видишь, как отожрался, говорит. Ну, понятно, хорошо отожрался. Он тебе не нужен? Ты этим не питаешься? Заберу. Забирай это, хорошо. Показывай дальше. А остальное собрал он. Остальное он собрал. Хорошо, давай тогда с демона начнем. И я даю команду. Со всего земельного участка начинает выходить не только не дом, именно земельный участок. Со всего земельного участка, который принадлежит к этому дому, начинает собираться темная энергия, негативная, патогенная энергия. На счет три перед клеткой наматывается в клубок. Клубок начинает крутиться, как веретено, и наматывает все нити любой чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, находящейся на земельном участке, но не в доме. Один, два, три. Шар начинает формироваться. Начинают слетаться нити негативной патогенной энергии. Она почему-то, знаешь, как с земли поднимается. Как будто вот какая-то сетка через траву, через что там есть. Я так и визуализирую. Прямо из земли вот выходит. И от демона, наверное, идет какая-то информация, что это за много поколений. За много поколений. Демон, а ты не мог бы так сам сделать, как я сделаю? Представляешь, как бы тебе классно было? Раз подошел, собрал со всего земельного участка 2 тонны негатива и пошел дальше. Готово. Хорошо. И большой шар получился? Большой. Демону отправляю в клетку. 1, 2, 3. Все, поглотил. Доволен? Доволен. Видишь, ты свое слово держишь, я свое слово держу. Так, теперь... касается черта, черт, как я тебе и обещал, я даю команду сейчас со всего дома, из каждого уголочка, с каждой стены, с каждого пола и потолка, с чердака, с любой комнаты начинает собираться вся негативная патогенная энергия страха, болезней, скандалов, любая негативная энергия, которая в этом доме начинает вылетать из дома и формироваться в шар. Шар начинает крутиться с большой скоростью, наматывая все нити негатива. Все, за все поколения, все негативное выходит из этого дома. Со всех уголков, со всех щелей. Из-под пола, из-под крыши, полностью все. И до глубины 5 метров. 1, 2, 3. Демон говорит, черту тебе много не будет. Опьянеешь, говорит. Ну, демон, я же тебе предлагал поделить пополам. Все. Ты сказал, я хочу земельный участок. Он сказал, я хочу дом. Понимаешь? Вы можете между собой договориться. Если черт захочет с тобой поделиться, пожалуйста. Нет, но черт не отдаст. Не отдаст. Хорошо. Ну, каждый сделал свой выбор. Скажем так, что каждый не в накладе. И удачно готов. Зашел. Хорошо. Большой шар получился, Вера? Да, большой. Отдаю ему черту. 1, 2, 3, как и обещали. Больше черт. Да ты что? Ну, хорошо. Так, все довольны, все нормально, готовы уходить? Оказывается, эта энергия их доводит до какого-то состояния. Потому что он говорит, что он пьяный будет, да. Ну давай сделаем, слушай, черт, да дай ты ему хотя бы там чуть-чуть этой энергии, поделись, оно же больше тебя, ты же не унесешь. Демону-то тоже же надо питаться. Он же тебе не мешал жить? Подкинул чуть-чуть ему, да. Хорошо, ладно, все. Так, черт, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатаю, растворяю с собой огненную пентаграмму. Демон готов уходить? Готов, да. Демон, я все сейчас буду здесь заливать и ставить везде печати царя Соломона, поэтому я просто не рекомендую сюда больше заходить. Найди себе другое место, хорошо? Да, он понял. Отлично, хорошо. И... открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя, это огненную пентаграмму. Есть. Гнилое место червь. Такого я еще не видел. Фух, жуть. Клетка пустая, Вера?
Да. Хорошо. А Джин где? Отправили мы его. Мы уже его отправили. Все правильно. Хорошо. Тогда я не зачеркнул его. Этого зачерки. Черт, зачерки. Отлично. Все. Так, и открывается портал в галактическое ядро под клеткой тюрьмой 1, 2, 3. Оно уходит в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. И сейчас подходим, заходим, поднимаясь над домом. 1, 2, 3. И я даю команду и заливаю все окна, стены, двери, входные двери, любые двери в квартире, потолки, крышу дома. 1, 2, 3. Везде полностью наношу толстый слой. Готово. Готово. Хорошо. И дополнительно сверху наношу толстый слой. 1, 2, 3. На все стены, двери, потолки, на крышу, в подвал, везде, в каждый уголочек. А также на все двери и окна. Да, есть. И на все стены, двери, окна устанавливается на пол, на входную дверь. И на чердак устанавливается печати царя Соломона. 1, 2, 3. Активируем эти печати. Есть. Выходим из дома на земельный участок. И, значит, 3. Заливаем весь участок. Много заливаем гиблое место. 1, 2, 3. В тот угол заливается полностью та воронка. Гнилое. Гнилое место, да? Полностью. До уровня земли. Готово. И сверху по всему периметру земельного участка наносится толстый слой. 1, 2, 3. Да, есть. И на весь участок ставим большую печать царя Соломона. Есть. Отлично, хорошо. Все, мы закончили здесь. Мы ничего не забыли? Нет. Можешь пустить еще абсолютно. Хорошо. И сейчас я открываю над всем участком по периметру всего этого дома и земельного участка поток абсолюта, поток чистейшей энергии вибрации абсолюта сжигает все остаточные, негативные и патогенные энергии, находящиеся в этом доме и на этом земельном участке. 1, 2, 3. Пошел свет. Место становится стерильное. Готово. Отлично. Хорошо. Мы здесь закончили. И, Вера, тогда отключаемся от этого дома и перемещаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.